Для приготовления суши-ролл нам понадобится рис для суши 500 грамм, холодная вода в 1,5 раза больше объема риса, водоросли нори 6 листов, рисовый уксус 50 мл, сахар 70 грамм, 10 грамм соли, свежий огурец, 1 авокадо, васаби, маринованный имбирь, соевый соус по вкусу. Также понадобится бамбуковый коврик и острый нож. Промыть рис до прозрачной воды и залить холодной водой. Варить рис не дольше 10 минут. Затем накрыть рис крышкой и дать постоять 10 минут. Подготавливаем уксусную заливку. Наливаем 50 мл рисового уксуса, добавляя 70 грамм сахара, 10 грамм соли и все перемешиваем. Уксусную заливку ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем уксусную заливку в сваренный рис и перемешиваем. Даем рису остыть. Берем огурец и авокадо и очищаем их от кожуры. Из авокадо удаляем косточку. Нарезаем авокадо и огурец соломкой. В чашку наливаем воды, добавляем чайную ложку рисового уксуса и перемешиваем. Смачиваем этой водой руки и нож. Расстилаем бамбуковый коврик. На коврик выкладываем лист водорослей нори. На лист водорослей нори выкладываем рис ровным слоем, не толще 5-6 мм. Лучше выкладывать рис с ложкой, смоченной в воде с уксусом. С одной стороны край листа водорослей нори оставляем без риса, где-то 5 мм. Сверху на рис по краю листа водорослей нори выкладываем нарезанные соломкой огурец и авокадо. Заворачиваем все в ролл с помощью бамбукового коврика и не забываем смачивать пальцы рук в воде с уксусом. Полученный ролл разрезаем острым ножом, смоченным в воде с уксусом, пополам. Затем каждую половину ролла разрезаем еще пополам. А потом полученные кусочки ролла разрезаем еще на половинки. У нас получится 8 роллов.
Выкладываем суши-ролл на порционную тарелку, добавляем по вкусу маринованный имбирь, васаби, наливаем в соусник соевый соус. Приятного аппетита!